Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев, и это мой новый ролик, дорогой, против, дешево, отдых, челлендж. И со мной, конечно же, сегодня, как всегда, Вильям Бруно, здравствуйте! Сегодня будет очень интересное видео. Перед нами сейчас находятся две коробки, в одной лежит 10 000 долларов, а в другой коробке всего 100 баксов. Только один человек знает, в какой коробке лежит какая сумма. Всем привет, ребятушки, Сафик 1234 здесь, на связи. Я положил в коробку 100 долларов и 10 000 долларов. Мне даже самому очень интересно, кому что выпадет. Оп, оп, оп. Какую коробку ты выбираешь? Вот эту. Мне тогда достается вот эта коробка. Открывай свою. А чё Сафик 9900 не доложил еще? Ну, видимо, Бруно, именно в этой коробке прямо сейчас лежит 10 000 долларов. Ну, на самом деле, на 100 долларов тоже можно хорошо отдохнуть. Главное, чтобы компания была хорошая. Я вам это докажу. Сафик, пойдешь со мной? Я с Артемом еду. Да Сафик, да на 100 баксов так можно отдохнуть. Офигеешь просто. Я тебе покажу, как можно реально отдохнуть классно, кайфово и качественно на небольшую сумму. Ну, да правда будет весело, но Сафик. Да я сразу хотел с Артемом. Ну и вообще, да Бруно, я... Блин, если бы я хотел бы с тобой, я бы с тобой бы был. Но изначально я с Артемом захотел, так что тут ничего такого нет. 9800, 9900, 10 000. Ровно 10 000 долларов. Я думаю, что это будет отличный отдых. Да, у меня тоже будет классный отдых. Вот увидишь, я потом тебе видеоматериал пришлю, офигеешь. Так, ребята, я давно хотел уже отправиться в лес и там немного отдохнуть на свежем воздухе, на природе, потому что это самый качественный отдых. И для него даже денег особо не нужно. Но самое главное, это купить палатку. Ну, потому что, ну, мало ли там криперы, там скелеты, пауки еще ночью нападут. А так я раз и в палатку спрятался. Ну и грелочку еще надо купить, чтобы чайку приготовить. Ну а кушать я сам добуду, вот, рыбалочку я умею. Сегодня, кстати, четверг, поэтому сегодня на ужин обязательно словлю какую-то вкуснейшую рыбку или краба. Посмотрим, что попадется. Ребят, давайте вы прямо сейчас в комментариях напишите, куда бы вы потратили 10 000 долларов. На 10 000 баксов можно много куда съездить. Можно было бы поехать на Мальдивы, в Египет, в Кипр, например, в Японию в какую-нибудь. Но я живу в Санкт-Петербурге, и я знаю одно место, которое точно стоит этих денег. Так, первое, с чего мне нужно начать, это купить палатку. Вот это, в принципе, хорошее, но я не вижу ценника, поэтому нужно другие посмотреть. Вдруг я принесу на кассу, а там 10 000 будет стоить. У меня всего 100 долларов. Смотрите, какая дорогущая палатка. 7 000, это практически весь мой бюджет, но это точно не мой вариант. Во! Палатка за 2 000 рублей. Но дороговато, конечно, это примерно треть моего бюджета, но это самое главное, что мне сегодня нужно. А где твои-то вещи? Ты где, куда их дел? Я с машины, с такси вещи свои отправил. Нифига себе, блин, это же денег-то сколько? На такси еще вещи, на такси люди и возят. А ты куда столько вещей-то понабрал? Зачем тебе сумка еды? Так я же это, после работы только надо там это, заказы не... Ну, там то, что не доели, я с собой взял. Вот тут нерв, короче, кофты мои, штаны... Трусы, две пары носков, плавки, полотенце, постельное белье. Ладно, Сафик, я понял. Давай поторопимся, нас уже машина ждет. Мне нужен спальный мешок, чтобы спать в этой палатке. Смотрите, ля какой. Сколько он стоит? 3 000 рублей. Ё-моё, если я куплю этот мешок, то я только спать сегодня смогу. Мне нужно еще, ну, развлекаться как-то целый день, там, кушать, не кушать. Смотрите, за 1000 нашел. Ну, за 1000, в принципе, нормально. Так, мне нужна бита, но я вижу, что здесь, к сожалению, деревянной нормальной биты не. Есть только клюшки. Я, если что, со зверями в хоккей играть не буду. Мне нужна бита, чтобы отбиваться. Поэтому возьму дома, ну, свою, мягкую которую. Я люблю животных, не буду же я их деревянной бить. Ну, собственно, для того, чтобы готовить еду, мне нужна вот эта вот горелочка. 1300 рублей. Но для горелки мне еще нужен газ. Он всего лишь по 77 рублей за баллон, поэтому я возьму себе 3 баллона, ну, чтобы на целые сутки хватило. Мне еще нужны инструменты. Возьму вот эту вилку-ложку, которая, ну, вроде и вилка, но тут же и ложка. Так, смотрите, у меня рублей 500 осталось. Здесь как раз есть удочки на этот бюджет. 250 рублей за вот эту пулю. Вот это я и возьму. Я вам обещаю, у меня такие приключения будут. Даже Артем позавидует, когда посмотрит мой материал. Ого!
Нифига себе дом! Смотрите, тут и ягод полно на заборе. И забор нормальный, деревянный. И дом новенький, резной. Да, Сафик, вот наш дом! О, офигеть! Давай, заходи. Я тебя взял, конечно, с собой, потому что ты очень хотел. А-а-а. Но смотри, ничего не сломаем. Самое начало моего отдыха началось с того, что я прошел целых 10 километров по этому лесу. И я так не могу найти то самое место, где я бы мог остановиться на ночь. Послушайте, я уже задолбался, если честно, бродить туда-сюда. Возможно, я даже кругами хожу последних несколько часов. Знаете, в целом, на самом деле, вот здесь можно расположиться. Скоро уже будет темнеть, поэтому сейчас самое главное установить палатку, потому что когда придет ночь, наверняка будут разные звери, там, зомби, ну вот это вот все ходить. Видел видосы на ютубе, как и люди там за 10 минут их устанавливают, но я абсолютно не умею это делать. Но я пробовал несколько раз, но не могу назвать себя специалистом в этом деле. Артем наверняка там кайфует сейчас. Мой отдых еще не начался, а я уже замерз и очень устал. Ты видел, какой тут лев на двери? Здоровенный, капец! Дверь из дерево, блин, здоровенное. Ребят, давайте уже наконец-таки в дом пройдем. О-о-о-о-о. Здесь даже стекол полно. Сейчас я вам тут все покажу. Вот, я тут уже, если что, пару часов, ну, живу, так что немножечко обжился. Посмотрите, какой офигенно здоровый зал. Даже, смотрите, камин есть. Можно будет там это, шашлык какой-нибудь пожарить. Дом, если что, около 700 квадратов. Посмотрите, ребят, этот огромный двор. Вот, я вам потом его покажу. Там есть и баня, и беседка, и бассейн. Ну, вроде все. Вот эти видосы, где они вот за 5 минут их ставят, это все фейки какие-то. Ну, реально постановы. Потому что я 2 часа потратил на то, чтобы вот этот домик соорудить. В любом случае, мой бюджетный отдых официально начинается с этого момента. Тут у меня расположился мой обеденный стол, газовая плитка. Тут есть еще и погреться можно. Я его буду брать с собой в палатку, когда холодно будет ночью. Это, так сказать, зона кухни, ланча, бифштексов. Но в основном там только у меня рис... какой-то. Кстати, ребята, здесь очень много мрамора. Мрамор, если что, это дорогой камень. Вот эта плита, она стоит 3 400 000 рублей. Тут я один стульчик поставил так чисто, чтобы с утра мог встать, сесть тут и поразмышлять о жизни. Ну, тут чисто чил-зона, ну и, собственно, самое... Ой, Артем летит бизнес-классом! Это Артем в Турцию полетел, походу, ладно? Ну, смотрите, у меня здесь вот на самом дне я расстелил вот такой вот тепленький полосатый пледик. По центру у меня расположен спальный мешок, вот. Ну и как же без подушки? Позитивной подушки! Если на меня кто-то нападает, то у меня под рукой всегда есть вот эта вот желтая бита. А здесь у меня у входа есть мой рюкзак походный. А, ну тут разные ресурсы, дополнительный газ, еще немного еды, ну и разные снасти для рыбалочки. Обязательно порыбачим чуть позже. Давайте на протяжении всего ролика я вам буду показывать туалеты, вот. А вы, пожалуйста, посчитайте, сколько их здесь всего, потому что, ну, я где-то на 7 сбился. Вот у нас первый. Ну, здесь у нас раковина. Еще одна большая раковина. Вот, туалет. И написано, чтобы, ну, бумагу в туалет не бросать. Я, правда, не понял, куда ее бросать. Вот я в карман, если что, забираю. Пойдем за бугор, покажу, что там. Здесь происходит то, ну, что обычно происходит после, ну, веселья. В общем, это туалет. Я здесь оставил целый пак бумаги. Стоит он всего 100 рублей, но какой полезный, реально. Ресурсов у меня хватит на целую компанию. Там у меня 4 табуретки. Палатки вместятся тоже не мало людей, поэтому, ну, надеюсь, ко мне зайдут гости. Вообще покажу, как я люблю отдыхать. Артем, ну ты только посмотри по сторонам, тут же красота. Тут еще и небо красивенное, просто огонь с птицами, чайки летают. Я такое только видел в фильмах. А ты видел баня тут? У меня у мамы сережки вот из этой штуковины. Они, блин, 30 тысяч стоят, ё-моё. А здесь все вот это помещение из этого материала. И, ребят, смотрите, здесь второй туалет. Свет по хлопку загорается. Вот здесь вот заходим буквально. И здесь сразу другой туалет. Если вы хотите, чтобы мы со своей командой приехали в этот дом еще раз и, ну, наснимали много классных видосов, например, Among Us или прятки, обязательно напишите об этом в комментариях. И, ребят, здесь очень много всего.
А это что такое? Я взял комп с собой, чтобы играть, чтобы не пропускать все катки в Among Us, Roblox и Minecraft. Ну, чтобы быть в теме. На самом деле, ребята, мой отдых прям так себе. Потому что сейчас ноябрь, это почти зима, а зимой никто не ходит в походы. Очень одиноко себя сейчас чувствую. Есть только я и вот эта вот грелочка, которая хоть немножечко согревает мне душу. Но знаете, что еще меня может согреть? Если ты прямо сейчас подпишешься на канал Артема, вот спустись под ролик и нажми эту красную кнопку подписаться. И тогда мне сразу станет теплее. Но я пойму, что я не зря здесь сижу, прикалываюсь. Холодно на самом деле. Ну, реально холодно. Но если ты подпишешься, то сразу станет теплее. Я реально завидую сейчас Артему. Что у него там, кстати, происходит? Здесь есть, ребята, бильярд. Не хочешь играть партиечку? Я в бильярд не играл. На компе я только вот играл там шары, не шары, боулинг вроде, вот. Держи. О, держу равновесие, смотри. О, шары надо закидывать. Зафиг, надо сюда ставишь и кладешь. Кладешь шары. Что-то один не влезает вот. Куда его? Сверху? Что дальше? Бери себе кий. А я хочу вот этот. Сафик, это не чтобы бить шары, это чтобы их собирать. Чё? Ну как грабли. Понял, как листья. О, блин. Смотри, надо вот так вот бить. Берешь? И нужно красный мяч бить, а белым вот сюда попасть. Понял, все, просек. Блин, выглядит эффектно. Опля! Так, ребят, давайте я. Как тут забивать-то? Даже рукой не забить. Смотри, какая здесь дырка маленькая. Здесь еще, ребята, настольный теннис есть. Теннис это, конечно, круто, но здесь камин настоящий. Смотри, дрова горят. Они еще выглядят как не настоящие. Но он настоящий. Тут стекло прям греет вот здесь. Крутяк, блин, вообще огонь. Ребят, смотрите, здесь у нас выход на улицу, вот. Еще один туалет. Я здесь насчитал 15 штук. Офигеть, блин, я не знаю, если так, это 15 дней можно ходить каждый день в новый и не смывать. Это если что был минус первый этаж. Вот смотрите, ребят, вышел такой ля. Если вы не забыли, вот еще один туалет. Вот он, смотрите, Сафик, а это что такое? Это моя зубная щетка. Ты уже все тут туалет? Я здесь все уже разложил. И шампунь я нашел дорогой Head & Shoulders. А ты чё тут? Ты чё тут делаешь? Меня Сафик позвал, он сказал, что я могу пожить здесь. Сафик, что просто Дима делает в моем пентхаусе за 10 тысяч долларов в сутки? Да, Артём, тут полным-полно места. Нам тут двоим места слишком много. Поэтому я вот Диму позвал. Там еще Гена завтра подъедет. Вова будет. Короче, там народу полно будет. Я на этот ролик выделил 10 тысяч долларов, чтобы отдохнуть нормально. А ты сюда своих друзей позвал. Я не успею за эти все 3 дня, обойти все туалеты. Это просто невозможно. Поэтому я взял подкрепление. Ладно, пусть остаются, но пусть они будут в этой комнате. Пойдемте, ребят. Там есть главная комната. Вот, она очень классная. Я ее сразу заприметил, поставил там компьютер и буду, наверное, кайфовать сегодня целый день. Там за звуки. Да ты что тут делаешь, так? Ты зачем мою комнату занял? Я первый сюда вещи положил, Артём. И вообще, не знаю, зачем ты сюда комп поставил свой. Надо тебе его убрать. Это моя вообще комната. Сафик, я не просто из своего кармана потратил 10 тысяч баксов. Я хотел в этой здоровенной комнате жить. У меня тут даже комп уже стоит. И эту комнату забил. Да я плачу за это. Ну ладно, что делать. Ну давай я тогда покажу ребятам-то, что здесь есть. Да вы прикиньте, даже в этой комнате огромной отдельный туалет, душ. Артём тут уже, блин, свои фигни понаставлял. Смотрите, свою щетку парадную. Электрическую. Пипец. Вы видели, сколько в магазине такая стоит? С ума сойти. Короче, ладно. Артём тут, блин, как всегда. Как всегда. И смотрите, что еще есть. Вот душ. Чисто это. Унитаз мыть там. Ноги можешь. Ребят, если хотите много роликов в этом доме, то прямо сейчас давайте наберем 100 тысяч лайков. И мы тут снимем кучу крутых видиков. Вот, ну там, кто последний уснет, кто последний выйдет, кто последний из бассейна. Прятки можем записать, Among Us, все что угодно. Главное, лайкни ролик. Вот самое крутое, что есть в этой комнате. Огромнейший балконище, просто, я не знаю. Это как отдельная комната. Посмотрите, капец, блин, мы прошли здесь так далеко. Здесь просто выходишь, красотища. Смотрите, тут песик живет. Вот, смотрите. Она любит с палочкой играть. Дашь палку? Ну дай палку. Ну дай палку. Дашь? Опа, смотри. Оп. Дай палку. Дай палку. Ё-моё, дай палку-то!
Да, ребят, да мы постоянно так играем. Вот, смотрите, ля, целая беседа. Здесь как бы можно сидеть, кушать, отдыхать. Ну, когда тепло, сейчас-то холодно. И бассейн вот такой вот. Бассейн огромный, вот как бы в баньке попарился и сразу в баню. Помимо того, что холодно уже, я еще и очень проголодался. Фух, поэтому давайте приготовим покушать, ребят. Хорошо, что я взял с собой много запасов еды. Тут разное есть. Тут есть плов, тут еще гуляш какой-то есть. Что такое гуляш, не знаю, но сегодня разберусь. И во всем этом мне поможет вот это, вилка-ложка. Ого, ребята, смотрите, что у меня в руках. Это мой обидик. Огонь просто, я обожаю дошираки. О, вкуснятина, смотрите, пахнет там. Все, ребята, приятного аппетита мне пожелайте. Да, Сафик, ты что ешь-то? Что, нельзя, что ли, есть? Да можно, но у нас же сегодня день. Отдых за 10 тысяч баксов. Я за столом за дорогущим сижу. Ты будешь дольше? Да у меня столик в ресторане заказан. И он на двоих зарезервирован. Там только за еду заплатишь. Я за резервацию, по-моему, 1030 рублей отдал. Сколько стол? 30 тысяч стоит. И он на двоих. Я могу тебя с собой взять. Че ты эти дошираки будешь есть? Ну да, там, наверное, все включено, блин. Куча всего. Рыба, мясо. Тогда я его выкину. А сюда я вот все с ресторана еду соберу сюда, чтобы еще поужинать, позавтракать. Давайте начнем с гуляша. Я вот не знаю, что такое гуляш, поэтому я его... Пахнет, кстати, реально вкусно. Особенно, когда кроме этого ничего нет. И весь день не ел, только вот гулял по лесу и палатку ставил 2 часа. Самое главное, есть огонек. О, ждем, пока разогреется, и можно приступать кушать. А это на завтрак я оставлю. Надеюсь, доживу до утра. Я видел здесь пару зомби, не стал к ним подходить. Надеюсь, они ко мне тоже не будут. Вот, в общем, Сафик, едем в машине. Ну, такси заказал, раз день такой. Бруно сейчас, наверное, в палатке где-то. Сами знаете, дешевый отдых, у нас дорогой. Ребята, это какой-то мини-лимузин. Тут место, с ума сойти, сколько для ног. Здесь экран, смотрите, телевизор, прямо в машине. Сидишь и смотришь. Ого, ребята, тут сиденье двигается на заднем сиденье. Короче, вообще сумасшедшая какая-то машина. Офигеть, ребята, это же как в самолете. Ребята, смотрите, тут люк открывается. Офигеть, можно на звезды смотреть, с ума сойти. Это не машина, это сказка какая-то, я не знаю, я как будто сейчас во сне. Я очень рад, что я выбрал правильную коробку. Жалко, конечно, что сейчас Вильям Бруно, ну, в палатке мерзнет и питается, наверное, каким-нибудь гуляшом. Посмотрим, как там будет в ресторане, конечно. Ребята, надеюсь, что борщ и пюрешки с котлеткой будут такие же, как дома, а не как в столовке. Вот, Сафик, вот там вот столик забронировал на самой верхушке. Офигеть, блин, я таких домов только по телевизору видел. Вот, Сафик, садись. Блин, офигеть, вот это ресторанище, с ума сойти, ребята, вы посмотрите только. Мы сейчас проходили, там, блин, все из золота просто. Смотрите, вид какой бешеный просто, это вообще с ума сойти. Меню по QR-коду, вот, поэтому сейчас отсканируем, выберем что-нибудь и вкусно покушаем. Вот, ребята, смотрите, мы заказали себе, получается, клешни камчатского краба за 4300 на двоих. Рыба каспер стоит 1870 и устриц заказали дюжину, стоит 3900. Поэтому, надеюсь, будет вкусно, и нам с Сафиком на двоих хватит точно еды. Пожалуйста, клешня краболёд. Спасибо. О-о. Большое. И 3 фирменных соуса. Благодарю. Дюжина устриц. Спасибо большое. Благодарю. И сибас целиком. Сафик, угощайся. Если что, счет поделим на двоих. А сколько это все стоит? Ну, где-то 15-20 тысяч. Ну, с тебя где-то 1007. Ты что, шутишь, что ли? Я, короче, это... Да, Сафик, ты куда? Ну, минут 5, в принципе, и будет готово. Будет прям самое то. О, смотрите, уже дымит, кипит вовсю. А пахнет такая. Самая вкусная еда – это последняя еда, которая у тебя есть. Ну и вообще в лесу, в принципе, любая еда вкусная. Ё-моё, я этого момента весь день ждал. Я пошутил про то, что счет будем делить. Да я бы за все заплатил. Ну, ладно, давайте начнем, наверное, с рыбки. Но, кстати... Рыбка очень даже вкусно. Здесь еще лимон какой-то запеченный. Не знаю зачем, наверное, надо полить. Рыбка мне точно понравилась. Вот, давайте попробуем ножки краба. Вкусные, невкусные. Нет, знаете что? Я не зря тогда выпустил камчатского краба в нарисуйке, когда его Герасев купил в озеро. Вот, потому что я спас ему жизнь. Но хочу признаться, то, что краб очень вкусный. Поэтому, наверное, они в красной книге, их так часто ловят. Хочу сказать, что устрицы я никогда не пробовал. Обильно лимончиком польем. Возьмем устрицу. Мне сказали, ребят, что ее надо отделить от раковины. И можно вот этим соусом полить и выпить.
на вкус достаточно специфично, вот. Но, в принципе, нормально. Меня все устраивает. Так, давайте попробуем, что такое гуляш. Ой. Гуляш! Чё? Гуляш! Сафик! Ё-моё! Гуляш! Так, а, ты же с Артёмом был все это время. Ты как нашел-то меня? Здорово, Бруно. О, вкуснятина какая. Офигеть, да, как вкусно. Реально вкусно? Угу. Ну я, да, готовил тут. Да оставь хотя бы ложечку. Да ё-моё! Да я понимаю, что вкусно, но... Да стой, да это на завтрак же! Да чё? Вкуснятина-то какая! Смотрите, какой рис вкусный. Давай хоть разогреем, там у меня плита... Чего? Ай, колючий! Ай! Ай, блин, прости, Бруно. Блин, не доел. А у тебя есть еще? Да нет, это вся моя еда была. Уходи к Артему. Можно я тут с тобой отдохну? Да, чтобы ты мне еще и палатку стырил. Или... Я не стырю ничего. Я только покушать зашел, и все. А ты две банки взял. Да я только на себя рассчитывал. У меня там было на ужин, на завтрак. Все, теперь нет еды, Сафик. Ай, темно. Ну, надо тогда уходить куда-нибудь, спать или не спать. Надо что-то придумать. Пора, я думаю, уже кровать заправлять. Я поел уже, поужинал. Ладно, давай оставайся. А то ночью-то вдвоем безопаснее. Но давай, если мы добудем еще еды, то я сначала поем, ладно? Да, хорошо, я уже наелся. Да я видел. Ну ладно, давай, проходи. О, ребята, не знаю, чем там сейчас в лесу Бруно занимается, но я тут сижу в хамаме, блин. Фу, хамамчик хороший. Я не знаю, куда Сафик делся, куда он пропал вообще. Вот, жалко, конечно. Можно какой-то такой фигней пострадать? Ну, в общем, вы поняли. Вот, можно... Я поиграю. Так. Оп. Чё за грохот-то? Ё-моё! Эй, кто там? Я если чё, вооружён. Эй, Брун, ты чё орёшь? Я в туалете был. Ё-моё, Сафик, кто ж так какает-то, ё-моё? Я в палатке сидел, чуть нет. Чё ты биту-то взял, ё-моё? Я в туалет пошёл, вон бумаги только это. Да весь лес трясся от твоих вот этих походов. Тут никого больше нет, я только... Я думал, медведь уже какой-то. Ладно, всё, я пойду туалетную бумагу повешу и приду спать тогда. Ты ладно, давай, приходи, я там, давай. Если чё, мешок уже разворачиваю. Правда, мешок только один, поэтому я, наверное, сейчас по-быстренькому лягу спать. Возьму ещё горелочку с собой на всякий случай. Туча еще надвигается. Скорее всего, ночью будет шторм. Сафик, ну ты где? Устал я, конечно, сегодня, но устал приятно. От вкусной еды, приятного времяпрепровождения, мягких кроватей и приятного отдыха. О, все, сразу отопление включил. Смотри, сразу теплее стало. Сейчас еще Сафик подойдет, точно не замерзнет. Главное, чтобы дождь не сильный был. Видел бы Артем, как я сейчас развлекаюсь, не позавидовал бы мне. Без работы, без каких-либо забот, в полной тишине сейчас усну. Это лучший день, наверное, в моей жизни. Дорогой, но лучший. Сафик, да Сафик, перестань храпеть, ты ё-моё. Капец, ну вот как можно так спать? Ну, ё-моё. Да Сафик, перестань храпеть. Да спать невозможно. Чё ты меня будешь постоянно? Храпишь, говорю, я не могу уснуть. Я никогда не храпел. Мне мама даже говорила, что я не храплящий ребенок. И вообще ты мне мешаешь спать постоянно. Ты как не храпишь? Я проснулся от того, что ты храпишь. Пожалуйста, не храпи больше. Может, это ты меня просто выгоняешь? Ладно, пойду я спать куда-нибудь в берлогу к медведям. Чё делать-то, если выгонять, спать не дают, блин. Да Сафик, да просто перестань храпеть-то и все. Да Сафик, да стой. Да там же лес, темная ночь. Ну, ребята, ну куда он пошел-то? Да Сафик! Сафик, ты куда ты улетел? Сафик, да стой! Опять Тони Старка включил. Да ё-моё! О, шторм начался какой-то! Ё-моё! Весь этот отдых какой-то вообще не отдых! Ё-моё! Сафик, да куда ты ушел-то, Сафик? Вот, вот это штормит-то, ё-моё! Я так хорошо выспался на этой дорогущей кровати. Надо сейчас будет пойти помыться, умыться и позавтракать. Нравится идти. Ой, надо пойти одеться и позавтракать. О, ребята, конечно, не знаю, как там вообще живет Бруно, но я своим отдыхом точно на все 100% доволен. Ё-моё,
Как-то веток накидало. Это, наверное, самая ужасная ночь в моей жизни. Земля очень твердая, холодная. Несмотря на то, что я спал во всей своей одежде, плюс курточке, плюс вот этом спальном мешке, пытался время от времени укутываться вот этим пледом, его все равно сносило, потому что палатку носило туда-сюда, туда-сюда. Вся палатка забросана какими-то ветками, их через окошко закидало сюда. Все вещи фиг пойми как лежат. И это, наверное, самые ужасные выходные в моей жизни. Первый четверг, в который я пропустил свою любимую рыбалочку. Опять это что? Это походу конец! Ребята, посмотрите вот этот ролик, на всякий случай вот тыкни сюда. Че там дерево упало, тыкни на ролик, посмотри, тут классный видосик. Посмотри, пожалуйста, я очень старался, когда его делал. Тыкай сюда, давай!